Ну что же, всем привет и добро пожаловать на продолжение прохождения Стрэя. Оказывается, нас ждут прямо внизу. Так, сейчас залезем. Я сейчас нашел одну статистику, где показано, вот сколько воспоминаний у тебя собрано. Прямо вот в начале игры, перед тем, как нажать на продолжить, ты можешь выбрать определенный уровень, и там написано. Так, я с вами болтал вообще, я не помню. По статистике я должен был выиграть... А, да, я с ним болтал уже. Да. Вот. Так вот, оказывается, даже в канализации были воспоминания. Прикинь, а я... Ну, пропустил их, короче. Не хочу возвращаться, пускай останется все как есть. Сколько нашли, столько нашли. Лучше пойдем дальше. Спящий. Так, как наверх было? С Балтазаром поговорили, идем искать Клементину. Наверху. Так, откуда я хотел залезть тут? Так, это мы вниз поедем. Так. А, во. Хи. Такие маленькие платформочки, не сразу видно. Дай поточим когтем. А, нет, нельзя. Так, ты туда не хочешь. Следующая лестница. Подожди, мы не сможем. Давай сюда. Во, стрелочка. Привет, дружище, как дела? Ты знал, что тетя Клементина научила нас выращивать особые растения, которые могут жить без солнечного света? У меня их огромная коллекция. Хочешь взглянуть? Вот только некоторых цветов не хватает. Не хватает желтого растения, красного растения и... Точно, фиолетового растения. А, еще желтое какое-то есть. Вот бы кто-нибудь маленький и ловкий достал их для меня. Так, на, фиолетовое. Ой, я слышал, это редкое растение, спасибо. Найди мне еще один, пожалуйста, вот. Очень красиво, спасибо. Так. Ну, пожалуйста. А где желтое найти? Я вот видел только два. А ты вниз. Ты кто такой? Скукота. Тетя Клементина раньше здесь проводила занятия. Мы узнали столько всего интересного. Прикольно. Школа такая. Так, еще здесь что-то есть? Еще здесь что-то нет. Интересно, у них 16 часов или 32 в сутках? Так, вон туда можно будет наверх. Так, как я пойму, где желтое? Я вроде внизу... Ну, не видел. Чтобы было еще какое-то желтое. Давай пока что наверх пойду, потом спустимся. Главное, не попасть на сюжет. Я люблю такое. Идешь, идешь, хопа, сюжет. А, вот оно. Ну пошли вниз, вон на желтое. Мяу. Надо это как-то оббежать. Может по трубам вот здесь? Я могу? Да, смотри. Желтое растение. Все. Даже до дерева не понадобилось бежать. Так, нос, желтое. Как я уже говорил. Вот бы кто-нибудь достал мне желтое растение, которое тебе держите. Обожаю этот цвет. Спасибо, дружище. Интересно, если бы мне фиолетовое дали в конце, тоже бы сказал.
Ты нашел их всех, большое спасибо. Вот, возьми мой значок в награду. Получи новый предмет, значок растения. Слушай, это интереснее, чем ачивки на самом деле. Так хорошо смотрится, ну береги себя, до встречи, друг. Смотри, куда прикрепили. Ха-ха. Три значка. Ну теперь можно дальше на сюжет. Чему стукается там? А вот здесь все это серо. Никто здесь уже не залазит так высоко. А, котик, осторожно. Туда, что ли? А, все, прям уходим вот так. Я думал, нам прям до туда. Смотри, труба же огромная, да, какая-то. Блин, ну и местечко. То ли потому что кот. Не, ну все равно, даже по человеческим меркам, ну, громадное все. Давай еще взглянем. А что, не можешь так? Все равно не видно верха. Или может вон он там, по идее? А, вон видно чуть крышу вроде как. Ладно, пошли. Так, ну чё? Я думаю, мы еще не над куполом. А что это такие светила? Это, наверное, счетчики. Светосчетчики какие-нибудь. О, поезд даже. Метро. Смотри, станция метро. Я совершенно забыл о существовании этого вида транспорта. На нем можно было доехать до любой точки города. Люди ездили на нем на работу. Я тоже ездил. Каждое утро, попрощавшись с семьей. Я помню, я делал это для них. Но их уже нет. Это было так давно. Ну ты... обрел бессмертие, мой друг. Они хотели увидеть аутсайд, но разве это теперь имеет значение? Что с ними стало? Что стало со всеми? Так, новые воспоминания, кажется. В любом случае, мы уже далеко от Мидтауна. Давай найдем эту... Да, да, Клементина. У нас есть ее фотография. Давай покажем ее некоторым из здешних компаньонов. Может быть, они направят нас по правильному пути. Нет. Не воспоминания, просто светодиодная реклама. Прикольно. И чё, нет ничего в поезде? Может, здесь что-то повесили? Нет. А, наверх прям идем. Во. Хы, Клементина, наверное. Нет, подожди, запомнить. Это было бы слишком быстро для Клементины. Хм, здесь так много книг. Хуман не говорил, это я. Кстати, B12 это Blue 12. Это самая студия, которая разрабатывала игру, что ли? Наследие теста Тьюринга. Этика искусственного интеллекта. Я узнаю некоторые из них. У меня была библиотека. Помню, ничто не могло сравниться с запахом книг и переворачиванием страниц. О, это да.
Это было такое комфортное ощущение. Читать книгу — это как провести время с кем-то. Блин, согласен. Опять же, вот это вот, вот сейчас наше время, оно заставляет углубиться все больше и больше в YouTube, в игры, в какие-то прохождения, сериалы, все что угодно, кроме книг. Ну, мангу, правда, иногда вот почитываю. А что, предмет можно показать? Фотография Клементина. А, ну да. Ничего не дала ему. Ну окей, не разговорчивай. Так, радио можно переключить. Да ладно, пускай слушает хип-хоп. Или чует. Ты от кого бежишь-то? Ого! То есть прям это. Свой городочек наверху. Сразу под потолком, да? А, ну вон там это. Так, что-то вагончик, в котором ничего нет. Ну, не вагончик это сам. Я думал, вагончик. Перевести. Неко. Не беспокойтесь о мусоре. Корпорация Неко особо... А, обо всем позаботится. Это особо обо всем позаботится. Хьюа. Я тебе уже пятый раз говорил, ёж, нельзя здесь бегать, это опасно. Эй, впервые вижу такого робота. Ты такой пушистый. Хм. О, это девушка, которая находится в розыске, верно? Спроси кого-нибудь еще, я слишком занят, приглядывая за Йошем, чтобы что-то знать. Че, все, газировка кончилась. Газировку больше нельзя. Квест закончился. Смотри, новый ночной город. Чайнатаун, как будто. Миротворец 22106. Пожалуйста, представьтесь. Или вы сотрудничаете с нами, или вам придется отвезти вас в тюрьму и перезагрузить. Ха-ха, свои полицейские. Нет, ну, блин, на Cyberpunk никак не похожа игрушка. Вот, ну никак, ну не знаю, не напоминает. Я уже сказал, что она мне напоминает. И что, в принципе, бы неплохо пройти на самом деле. Доступ к нижнему уровню ограничен в связи с угрозой органической жизни. Просьба держаться подальше от этого места. А, ну из трущоб-то мы выбрались. Да, здесь-то наверху. Ну, типа, как безопаснее должно быть. Наоборот. Слышишь, внизу? То прилив, то отлив. Банабот. Город преследует меня, дразнит. О, Клементина! Да, мы с ней общались, но она хотела уйти. Она летала как на крыльях и улетела навсегда. Теперь она в розыске. Мне тяжело об этом говорить. Тс, слышишь? То прилив, то отлив. Keep out, danger. А все равно могу. Но я могу сюда вернуться. Блин, вот это мне Steam напомнило очень сильно. Эта штучка. Там что-нибудь скажешь в таком состоянии? Пожалуйста, оставь меня в покое. Я не тот, кого ты ищешь. А если тебе нужна Клементина, уверен, что она прячется в резиденции. О, смотри, что-то знает даже. Даже что-то нам ответил. Так, давай здесь пробежим. Как приятно за котика можно всюду проходить. А чё, все? А зачем? Зачем я сюда пришел? Просто чтобы прийти? Здесь серьезно ничего нет? Окей, ладно. А, дрон. Я думал, что шумит. Какой странный. Перевести. А, вот, в розыске, да?
Разыскивается Клементин, нарушитель порядка, аутсайдер, мятежник. Просьба сообщать, если увидите. О, Мидтаун. Кошачья дорожка. Доберитесь до Мидтауна. 10 глава. Так. Может, кто-то ответит. Ой. Эй, я ухожу на работу. Пока. Пока, дорогой. Осторожнее со стражами. Они постоянно хватают всех без причины. Не переживай, детка. Все будет хорошо. И чё? А я думал, дверь сейчас откроют. Ладно. Я потащу вас в ваш новый, старый новый диванчик. Ну, все равно. Смотри, сколько коров-то. Ну, повторяется, правда, изображение, конечно, все равно. Так, с ним не познакомишься, читает. Так, здесь как будто что-то... Блин, приятная музыка заиграла такая. Как будто что-то, но что-то ничего. Корпорация Инеко, мы работаем день и ночь, собирая отходы и отправляя их вниз, где они перерабатываются и используются повторно. Кстати, мы уже давно не получали новостей от нижних этажей. Блин, нет, может он и знает про Клементину, но... Так я пока сам, без помощи. Прости, малыш, здесь нельзя играть. Зовут корпорация Нека, не место для такого маленького пушистика, как ты. Доступ закрыт, но это ненадолго. Через несколько лет мы снова откроемся. Прикольно, там прям завод. А большой ли Мидтаун? Хотя, по идее, из того, что я видел... Я занят. Чего ты хочешь? А ничего не хочу. Из того, что я видел, сколько здесь вот глав, когда я смотрел, вот сколько там воспоминаний, выбрать главу. Ну, игра не такая еще большая. Прикольно. Клубешник. Вышибала. Клуб закрыт, проваливай. Ой, какие-то... Это мелкие улочки, какой-то ресторанчик, точнее, его этот самый бэкграунд. Чем с конусом на голове? Ты был в городе внизу, у меня там был друг по имени Фифи, я его уже целую вечность не видел. Фифи, я с таким не знакомился. Я не понимаю, ком ты. Тут можно? Нет, все, с газировкой покончено. Бесплатно не раздают. Если вы ищете собеседника, разбирающегося в поэзии, я живу за лифтом. Бонобот. Так, с Боноботом мы уже разговаривали. Только я не помню о чем. И ничего там такого вроде не было. Блин, не, ну интересно по центру ходить. Такой все светящийся и... Голограмма. Прикольно. Светящийся, веселый. Оттуда мы пришли, да. Ага. Ну и хорошо, что локации, видимо, здесь небольшие. Негде потеряться, я бы так сказал. Ты один из тех молодых панков, которые целыми днями слушают громкую музыку? Ничего не трогай, не шуми и не проси ничего в кредит. Они настоящие роботы? Или робо-манекены? Ну, не поболтать с ними. Но прикольно. А, вот, смотри. Гитара. Прикольно. Отражение кота будет? Слушай, ну... Оно какое-то чуть-чуть. Часть чуть-чуть нет. О, давай.
Че, рог пасаем. Фотографии нельзя. А, здесь можно прям... А, здесь можно прям кассету вставить. Но фотография вряд ли подойдет. А где кассету? Даже интересно стало. Что-нибудь поставить. Диск. Я тут даже могу. А, ну только так. О, смотри. Давай. А где мы? А, во, увидел. Теперь можно даже по крышам полазить. А, не совсем. Ой, я уже потерялся. Уже не понимаю, кто я, чего я, куда иду. Клементина? О, смотри. Перевести давай. Клементина в какой-то резиденции. К черту стражей, да здравствуют аутсайдеры. Туда бы, да, но не сможет наш котик. Никуда не могу здесь. Окей. Ну все, получается, вот. Так, опять вопрос. Что за вопросы? О, посмотрим, что у нас здесь. А, Нека, это я уже понял. Резиденция там, ага, магазин на улице там. Ну все, нам только резиденция. А резиденция это вот это, что ли? Подожди. Как здесь? Давай запомним символы хотя бы. Как будто ORUW как будто написано, да, какой-то? Хорошо. Так, дай мне здесь тоже осмотреть. Туда нельзя. Хорошо. Сюда нельзя. Хорошо. Какие маленькие, смотри. Вы? Сквозь тебя пройти можно? А, нельзя. Как жаль. Было бы прикольно. Хоп, сквозь пропрыгиваешь, сквозь голограмму, как будто сквозь привидение. Так, закрыто. Ну, это не резиденция, я знаю. К сожалению, магазин закрыт. Я жду парней из служб доставки, но, похоже, они не торопятся. Газировку тоже больше нельзя. Все-таки. Больше совсем нельзя. И можно на него. А чё? А, прикольно. Но у меня кошечка тоже так делает. Прикольно. Можно было завершить серию, но давай еще минут 5 побегаем. Ну, об него-то можно даже когти поточить, не больно. Познакомиться с... Чего он делает? Уже его не стрижет? А, он его настраивает, слушай, прикольно. Знаешь, Слипи, работа есть работа, не стоит ради нее терять голову. Стилист это. Голову потерял. Может и там. Так, тут что такое? Какое-то заведение какое-то. Я пытался скачать Аймбота, чтобы стать лучшим в этой игре, но в итоге получил вредоносное По. По, я забыл, что значит. Не знаю, почему, но сейчас все выглядит странным. ПО. Как расшифровывалось ПО? Ой, это фотоаппарат. Ты чё, фотоаппарат?
Я освоил все игры, которые когда-либо существовали, но не могу понять, как это работает. Может быть, я не вижу всей картины. Не знаю, Тонин. Мне почти все нравится. Давай сменим музыку. Так, нам дадут пластиночку. Мой любимый напиток масло, а твой мемут. Пиу-пиу-пиу. Шляпа. Можно надеть шляпу? Было бы прикольно. Сейчас тут комнатка для VIP. Ну и для самого хозяина заведения, наверное. Хозяина заведения. Так, а чё? Здесь дают везде побегать, но ничего нет. Да вроде, не знаю, успел я воспоминания собрать. Из 9 главы не успел. Ладно, знаешь, давай продолжим уже в следующей серии. Пока что спасибо тебе большое за просмотр. Хорошего всем настроения. Всем удачи. И погладьте своего котика.